Всем привет! Вы на канале Антон М. Меня зовут Сергей. Мой трактор. Сегодня видео будет про КРН. КРН 2.1 Бежецка. Он мне овца уже мешает. Вот я зацепил ее. Сейчас вот показываю. И поеду в поле. Буду косить. Покажу, как она косит. Почему снимаю видео про нее? Потому что хочу ее продать. Хочу я за нее 80 тысяч, так что кто из Тверского региона, можете писать в комментариях. Но на Авито я ее выложу. То есть она рабочая. Сейчас покажу, как она косит. И, наверное, вечером выложу на Авито. Вот, как есть. Я ее перебирал, то есть там поменяли. И подшипники, и сальники, и все. По-моему, один даже вал, шпонки, то есть поменяли. Должна быть нормальная, рабочая быть. Сейчас поедем. Так, вот. Начали мы косить. Вот 4 прокоса я сделал. Маленько ее чуть ниже. Сейчас поправлю винтом. Он может даже, блядь, откручивается. Да высоковато она берет. Сейчас попробую. Ладно, сейчас докручу, в деле покажу.